иногда это чуть-чуть трудно, потому что ум очень сильный человек. Ум как человек. Это не нас, это как другой человек от нас. И он очень опасный человек. И он может убить наше сознание Кришны. Это не слишком трудно убить наше сознание Кришны. Серьезно. И поэтому мы должны продолжать, и после этого мы должны продолжать стараться повторять виноматально. Это мой опыт. Это мой опыт.